В таком большом составе бойцы разных клубов собираются в этом году впервые. Республиканский турнир по смешанному боевому единоборству ММА как разогрев перед стартующим сезоном. Уже в марте спортсменам предстоит биться на чемпионате Чечни. Ну а пока лучшие юниоры региона спорят первые медали в новом 2015-м. Каждый клуб выставляет своих лучших, потому что это, как говорится, престиж клуба и лицо. Это первый турнир. В этом году запланировано несколько. В этом году у нас календарный план такой более обогащенный. В абсолютной весовой категории плюс 93 килограмма претендентов на Кубок чемпиона только два. Первый выход и сразу финал. Абдул Ахматов, представляющий клуб «Ахмат», выходит против бойца «Беркута». За последним остается первый раунд, но во втором Абдул берет инициативу. Победа техническим нокаутом. Была вера в себя, ну и, естественно, было волнение. Каждая победа, это считается как бы для себя большой победой. База бойцовского клуба «Беркут» в Толстоюрте приняла 94 спортсмена. Из них в финальный день соревнований осталось меньше половины. Фестиваль боевых искусств, в рамках которого и проходит сегодняшний турнир, направлен на развитие спорта в регионах. И фестиваль уже дает свои плоды. Если в прошлом году на подобном турнире участвовало 12 команд, то в этом году их количество возросло до 17. Республиканский турнир по ММА не первое мероприятие, которое прошло в рамках фестиваля. Фестиваль боевых искусств подразумевает собой все виды спорта, которые у нас в республике представлены, именно единоборство. Проходил турнир по тайквондо, по кикбоксингу, сейчас дальше у нас ММА проходит, дальше еще будет в апреле месяце проходить турнир по К1. После нелегких финалов призеры поделили 12 комплектов наград. Вручил медали и кубки президент Чеченской Федерации ММА. Веся, Камел Дович, достойный бойцы Шабар, Дейл Кахитам, Алхабел, первый ведер. В завершении бойцовского вечера и победители, и проигравшие вместе поднялись на подиум для совместной фотографии. К спортсменам присоединились и тренеры. На дружной ноте бойцы и наставники разъехались, чтобы готовиться к следующим стартам на ринге. Хамзат Аюбов, Хаважи Мунаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости.